Эй, ну куда? Ну, подожди, сейчас посмотрю, куда идти. Нам нужно идти в зону урана. Я не хочу этого делать, честно, не хочу этого делать. Там глючит капец. Нет. Уранус. Уранус, я не хочу в тебя идти. В Уранус тебя, Уранус. Я теперь буду кого-нибудь посылать не в задницу, а в Уранус. Потому что это хуже, чем в заднице. Еще нужно сделать какой-нибудь фейланус. 2 часа до конца. У нас 2 часа осталось. Ну мы успеем. За 2 часа можно пересмотреть Санта-Барбару. Нет. Я себя перед... Даже, по-моему, описание всех частей. А если Терминатор? Сколько их там? 1000? Их до хрена, если честно. Там, по-моему, 654 серии. Или... Кого? Или 1654 серии Санта-Барбары. А зачем? Нахрена мы сюда... А, ну да, там больше 1000. Игра сказала идти сюда. Игра сказала идти сюда, а я по стрелке иду. Вот теперь она говорит идти сюда. Что с ней не так? Так, сек, я посмотрю по карте, где... Так, нам нужно идти направо. Просто идем прямо, 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 потом направо. Вот есть хот-доги. Я вернулся от блевотины. О, все, мы дошли. Вот эта битва с... с охранником была сложная. В Dead Rising 2. Какая ты страшная, прям как Скарлетт Йоханссон теперь. Бич! Просто мы хотим, чтобы сборная России по футболу выиграла на чемпионате мира. Вот для чего мы собираем всех этих ос. Где логика нигде? Ой, так и в том, чтобы, что наша сборная вышла на чемпионат Европы 2012 года по футболу. Я так понимаю, что этой хренью будут нас сейчас зацеплять? Ну, видимо. Ну хоть одну битву они сделали, нет, вторую битву сделали более другой, чем в Dead Rising 2. И то плюс. TK looting the city. I suppose that was for our country. Oh, please. He was well paid for giving us access to the cages. His show was going down the tubes anyway, which was obvious since you were on it. Then he decided to get up here on TV and run the city. Maybe he had to finish the job. So he dragged me into this? So why didn't he give you up? Я даже боюсь спрашивать, почему у тебя так хорошо получается. У меня еще так получается хорошо. Вот тебе надо было, она бы 3 раза на медленнее разламывалась. Бета-версия Оптимуса Прайма. Не, это Альфа, видишь, она сама управляет. Бетка бы уже работала так более-менее адекватно. Отстой. Воу, что это такое? Что значит 2 звездочки и полосочка? Вот это не у меня спрашивай, я этого босса не видел. У меня 10 FPS. А, наверное, вот сюда надо, чтобы она била почему-то, вот по этим ящикам, может быть. Нет, 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 надо, чтобы она ударила, а потом подбегаешь и разламываешь дальше. Вот я сейчас так только что сделал. Ракеты, ни хрена себе! 13 FPS это, конечно, круто, но... Все дела. Бей, бей, скотину. Ну, я бью потихоньку. Квикстеп вообще вывозит в данном случае.
Я его истратил. Воу! Так, я понял, надо бить посерединке, а не по железяке, по боковой. Так, я понял, у нее будет 3 таких жизни. А нет! Ни хрена себе! Окей. По утюгу, поэтому бессмысленно бить, там надо как раз по железяке боковой разламывать ее. Да я невозможно вернуться от этих бомб. Ракет. Капец, у меня глючит все, я просто не могу играть. А, нужно по клешням бить, понял. Ну и чё? А мне квикстеп хочется. Так, понял. Сколько надо проходить? Так, до нее не добежать уже. Давай квикстеп. Ой, она что-то, ее можно было это сфоткать. А, я прямо под клешню, ни хрена себе улетел. Подожди, мне надо подкрепиться. Бей ее пока. Кстати, на улицу Ой, можно выйти. Нектар откуда? Нектар появляется. Видимо, нектар появляется и... Из-за нектара появляются пчеломатки. Есть, сволочь. А, да блин, я не успеваю даже добежать. Я говорю, квикстеп вообще классный. Блин. Не, ну этот босс получше того, что было в Dead Rising 2. Там-то вообще капец был полный. Еще и дабстеп, я только сейчас заслушал. Ну, от этого невозможно увернуться, по-моему. Класс. Ай-яй-яй, вот тут еще и винтовку вывозит. Так, я уже не успею, наверное, да? Не успею, не успею, нет, успею! Нет, не успел. Все, у меня квикстеп кончился. Квикстеп, дабстеп! Ей, я увернулся, ни хрена себе! Ну, я даже узнал. Как она так быстро это подняла? Не знаю. Долби, скотину! Такие перекатики, капец. Ну, мы должны снять хотя бы эту полосочку. Видимо, она двухзвездочная. До 5 звезд не дотянула. Ха-ха. Час до начала бомбардировки. Мы должны успеть замочить за игровой час. Так. Один раз сняли. Она мне напоминает эту, знаешь, Скарлетт Йоханссон в этом Железном Человеке втором играла это, в Черную Вдову. Или ты не смотрел? Я не смотрел. Ну и не смотри. Не, ну и у меня друг любит Скарлетт Йоханссон, поэтому я примерно представляю, что да, она действительно... Он же Ну, в смысле, не любит, а фанатеет, или я не знаю, там как сказать. Ау, это было больно. Она начала кидаться. Осторожно, поворачивайся. Она кидаться начала. А, все. В нее, наверное, теперь надо ящиками шмалять. Ящиками? Судя по тому, что она клешни больше на землю не ставит. Вот в данный момент, например, когда они зависли. Да. Урон просто потрясающий. Ау. А во-во, вот она, вот она опускает, опускает. И застревает. Я видел дырку. Она опускает их, опускает, но застревает в них. Застревает в земле. Ай. Ой, 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 ракеты, ой, ой, ой. Ай, меня все летело просто. Ящики кизают. Вонючие трусы. Она закрыла глаза, чтобы нас не видеть, что ли? Что она делает? Дура, у нас время кончается.
Блин, еще ящик. Блин, у нас же так время закончится на ее убиение. Да о, блин! Да что такое? Я даже... Капец. Охренеть. Охренеть. Так, я адреналинчик выпью. И что с ней делать сейчас? У меня оружия нет никакого. Нам как бы ее надо побыстрее замучить, иначе у нас время кончится и нам капец. Рейджер, куда ушел? Я слышу. Я решил проверить, есть ли тут какое-нибудь еще оружие нормальное. Что с ней делать сейчас? Тут петарда ты только. А, к ней еще близко подходить нельзя? Окей. И чё, она закрылась глаза и ничего не делает, у нас время проходит. О, наконец-то она очнулась. Сейчас она бить будет. Я думал, что мы не успеем ее убить. Еще и одну жизнь снимем, но вторую не сможем. Еще раз. Ай-яй-яй, ты что делаешь? Ты меня снял! Это что такое? Вот как не успеть подбежать за это время? Так, я пошел за соком. Он где-то здесь валялся. Да, конечно, как я хотел так, взять табуретку. Так, мне кажется, нужно попробовать пейнкиллер. Чего ты? А, окей. Она закрывает глаза. Короче, если ты уходишь из этого, из территории, то она глаза закрывает и не бьет. Поэтому нельзя уходить. Ну вот и чё, времени дать побольше дать нельзя. Ага, конечно. Я могу угадать с такими лагами, что она может сделать. Да. А как уворачиваться от этого? Нет, просто. А, да, естественно, мне не убежать отсюда. Я не знаю, какой кретин придумал это все, но он кретин. А, у нас время кончилось теперь, на. Вот я не понимаю, зачем давать время на уничтожение босса? Дайте бесконечное время, нет? Дают, надо за определенное время справиться с ней. Это, по-моему, какой-то кретинизм. Здесь надо, по-моему, больше этого огнестрельного оружия, потому что с огнестрельным можно стрелять по этой херне прямо отсюда. Что-то я не понял, С любого места по клешням можно стрелять и наносить ей урон. Ну да, но нам, по-моему, сейчас титры покажут и дадут загрузиться с какого-нибудь места. Если они так сделали, то это вообще клево. Не убил, смотри титры и потом снова загружайся. Не убил, смотри титры и потом снова загружайся. Знаешь, как будет вообще не клево, если не убил, прошел, у тебя сохранения удалились. Дайте, пожалуйста. Ну да, естественно, если бы времени было побольше. Сравнять город с землей и уничтожить там все живое и неживое. Ты представляешь, нам теперь нужно все по-быстрому взять хилок, намутить и бежать туда. Ну, окей, окей, эскейп. Теперь бежать назад туда. По официальным данным, в городе никто не выжил. Неизвестно, сколько людей погибло от рук зомби, а столько стало жертвами бомбардировки. Короче, нам нужно сейчас по-быстрому сделать эти нектары всякие. Бежать снова, выносить все опять? Эти... Опять? Да.